Яна Кентуха на проводе прямо сейчас вместе с Абобином. Мы тестируем новое обновление 0.30. Братик, и знаешь, что мы сейчас записываем? Как ты думаешь? Покупочку скинов, с которых тебя заберут? Да, я плюс записывал, если их можно было купить. Но вместо скинов буду покупать Battle Pass. Каждый раз, когда меня будут мочить, буду покупать твою налево, Абобин, это первый раз! Подожди, брат, подожди, я сейчас вернусь, ты не паникуй много. Идемте покупать Battle Pass! Блин, почему так быстро игра так началась, вашу Машу? У меня даже БП нету. Так, первым делом мы покупаем просто БП. Просто у меня его не было. Все, БПшечку купил. Да, ребят, это не за деньги, это за голду. Но голда тоже стоит денег. Все, надеюсь, мы с вами не скоро встретимся. Погнали в катку. Так, ну что, ребята, первый раз меня вообще замочили рандомно. Даже не начал играть. А Бомин даже не зашел. Что за фигня? Я во второй... А стой, это еще до сих пор первый раунд идет? Да, первый раунд, Бомин! И наша команда проигрывает. Ой, я блин. Я думал, мы уже сейчас на втором раунде. Я так долго перезаходил, это жесть. Ладно, проверяем, что дальше у нас будет. Судя по тому, что начало у нас нереальное, как обычно, можно сливать катку. Не-не, брат, ты должен меня прикрывать. А Боби, не убегай так быстро, мне страшно. Подожди, я изучаю карту. Как тебе новый раз? Смотри, вообще прикольный, да? Как будто FPS пониже стал, да? Да, как будто все окей. Подожди. Тихо, я тебя спасу. Братик, хорош, давай, родной, погнали. На чьё тоже вылетел? Помоги! Опять! Мне надо опять идти покупать уровни. Да что это? Просто, да что это? Просто хомяк! Я не понимаю, почему я взял твою фигню, которая не стреляет нифига. Ладно, ребята, идем где-то раз покупать уровни. Нет! Можешь ты меня поздравить? Минус 700 рублей, блин, что так дорого? Погнали покупать. Ну что, ребята? Минус бабки! Это просто самое затратное видео в истории моих затратных видео. Опа! И что же мы получаем, леди и джентльмены? Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, сколько всего прикольного. Но давайте так, к открытию всего этого мы вернемся немножко попозже. Но сейчас обратно в каточку! Так, ну что, у нас остался один жесткий тиммейт, у которого аватарка на лбу какие-то листочки бумаги. И остался еще один чел. Давай, родной, давай! Мы же вообще никого не забрали. Чел клатч взял. Слышь, а че вообще по киллам? Рабым, ну блин, у меня только киллов, и у тебя ноль. Посмотри, оцени мой скин. Мне надо новый калашик в обнове купить будет, если там есть. Братик, надо, всем надо. Так, ну что, Абонь, подожди, брат, не спеши. Кто спешит, людей насмешит. Давай будем ждать по тактике пиксель, пока типы сами нас запушат на миду. Как тебе идея? Я их сейчас запушу сам, покажу, как правильно отпушить. Ты уверен? Справа топает. Родной, давай! Брат, у меня уже денег нет, ты понимаешь? Откуда тут флешки летают? Я в офиге. Это твоя флешка, что ли? Да нет, я вообще не знаю, где мы находимся. Я забрал одного. Я спас тебя. Такой спас, я килл дал. Спина. Я спас тебя. О. Блин, а он теперь не спас. Третий раз покупать уровни нет. Идемте покупать. Вашу Машу мордой в кашу. Вот, ребят, надо сразу покупать 75 уровней наперед, иначе это будет очень затратно. Можете меня поздравить? Я только что опять слился. Ох, что нам выпало в этот раз? Ну, так сказать, я уже до какого уровня дошел? До 20 уровня дошел? Да ты что? Ребят, ну что ты мне так подсказываешь, что это не последний мой слив? Вперед в катку. А я один остался, да, в клатче? Мужик, давай тыщи! Я и так уже иду на рекорд, ты понимаешь, им все деньги потрачу? Показываю! Забирай твой калаш! Где чел? Слева. Слева, он пачку охраняет. Не-не, вот тут. Где-то тут. Да! Да! Только, брат, есть плохие новости, я все равно купил уровни. Смотри, как пачка выглядит, ты видел, как пачка по-новому выглядит? Обалдеть. Слышишь? Добавили осмотр пачки, я не шучу, осмотр. В принципе, полезная функция, да? Так, короче, мужик, я на последнем месте, чего? О, мне интересно, это дверь простреливается? Брат, ну как будто, я вообще не знаю, это как будто не раз, какая-то другая карта. Здорово, родники. Ой, хорошо, я там справа еще был, готовься вылетать, я тебя под смок выпускаю. Давай, родной. Лучше под флешку, оно тоже пойдет. Да куда? Напомню, ты че меня не прикрыл? Ты руина. Идемте опять тратить мои деньги. Ребятки, четвертый мой слив. И я не пойму только одно. То ли я открыл, то ли противники такие жесткие. Ну, камон! Вы же посмотрите, сколько у меня тут всякого добра. Обалдеть. Давайте мы хоть что-то откроем. Вот просто так вот так. Виапон кастик чисто. Вот так вот чисто. На рандомчике одну штучечку приоткроем. Мне выпал Тэк-9 гангстер. Ха-ха-ха.
Там, блин, угарное название скина. Ладно, все, мужики, пошутили, хватит. Больше не сливаемся! Так, ребята, я нищий, я тупо нищий. Вся надежда на наших тиммейтов. Посмотри, какой-то футболист. Давай, родной, у него тарка футболиста, братан, вы просто не видите. Но я сейчас себя подвину, вы видите, о. Это какой-то жесткий футболист, поэтому я надеюсь, мы затащим с ним. Тут братва теряется в карте, я просто вижу, они не знают, куда идти. Да посмотри, я вообще не понимаю, что это за карта. Это не раст. Это похоже на раст? Ну, где-то отдаленно. У нас челики АФК-шат, они понял, они смотрят на карту, открывают мини-карту, а потом смотрят, куда идти. О, смотри, с моим макером играет. Смотри, они друг друга нашли. Ё-моё, стреляй! Стреляй! Зачем он в стену стреляет? Почему он в своего тиммейта стреляет? Зачем? Это руинер! Давай, мужик! Он в офиге. Пострелял, он опять в стену туда смотрит, там никого уже давно нет, брат. А он за временем следит или нет, как ты думаешь? Мне кажется, он вообще не понимает, что происходит. Я вообще не понял, как он учился играть? У-у, ничего, ты видел? Флешка стала ниже лететь, когда не зажимаешь ее сильно. Смотри, ничего, он жесткий! Спина! Спина! Ай, какой же он нуб. Брат, мне кажется, мы разоримся жестко с такой игрой. Брат, сегодня. Ты понимаешь? Ну, как будто я пока что рекордсмен в этой рубрике. Мне кажется, никто так много денег не тратил, как я. Ладно, беру авик, мид вычисляю жестко. Давай так, ты будешь мид вычислять с авиком, а я буду с валом, так сказать, его дочищать. Можешь? Давай, родной! Бегут. Ты идешь? Да, все чисто. Уверен? Ай-яй-яй, тут жесткий мод. Чел слева! Забирай каждого. Брат, мне что-то страшно. Чел, вы спрятались? Алло, мне тоже страшно. Там чел! Помоги! Забрал жестко? Забираешь? Давай. Пушу его. Давай, пушу. Забрал! Хорош! Прячемся, они за нами выехали уже. Спина последняя, быстрее плейнем, ставим пачку. Нифига какой плент Б, посмотри, какой угарный. Обалдеть, как все поменяли. Братва, прямо сейчас прожмите лайк, если вы ждали обнову. О, обновим, давай так, пока еще пачка не рванула, разыграем пацанам один батл пас на халяву. Чтобы получить, надо поставить лайк, посмотреть видео начало до конца, подписаться на меня и написать как можно больше хороших комментариев. Боже! Неси, я там все. А где плент? Ладно, я там все. Хорош, обоим люблю. А помню, это мой мальчик. Ну как вы, мои маленькие, скучали? А вот он я, ребят, вот он я. Обалдеть, просто. Я уже дошел до 41 уровня. Это самое затратное видео в истории моего канала. Никогда в жизни не тратил деньги на видео. А теперь трачу. О, давайте один фрагмент-боксик, так сказать. Откроем. Даже тут не везет. Ладно, ребят, надеюсь, в каточке мне повезет побольше. Так, ребят, лишь бы я был не на последнем месте. О, и на втором месте. Имбо! Забусть. О, там чего забанили? Ё-моё. А ну-ка, на 3 часа! Боб Новис на 3 часа забанится. Чего забанили в натуре? Слушай, ну как будто наши шансы на победу увеличиваются. Это, по-моему, слышишь, у чего самая худшая обнова. Он сразу забанился, даже не успев поиграть. Ну ты понимаешь, что я сейчас вообще, ну, максимально бедный. Максимально. Ой, нет, он не это будет, ты где? Я не сы, я все делаю. Брату, просто прикрывай меня, просто прикрывай. Там чел справа! О, хорошо. Ой, залагало, забирай за меня. Давай, за Бовина, брат, за тебя. Слева он, справа уже. Okay. Один за один слева, с другой справа. Все, в смоке забирай, чего. Где? Вот тут. Короче, конечку кидай, да-да, нет-нет. Ой, как он выжил? Тихонько, брат, мне страшно, у меня уже денег нет, я нищий. Блин, это чел просто уже был того. Опа, вон он, последний. Это последний, забирай его жестоко. Так, опять! Я, блин, просто не люблю эту рубрику. Фу. У нас чего еще с одного остается, проверяю ситуацию. Идемте обратно покупать, господа. Я тупо нищий. Хэштег нищий. Да у меня сколько денег нет! Куда? Куда я лезу? Куда? Не, мужики, это полный фиаско. Кстати, сколько перчаток осталось? Перчатки у меня, получается, будут на 75 уровне. Обалдеть. Вы понимаете, я каждый раз должен покупать по 10 уровней. Это вообще даже финансово невыгодно. Поэтому я потею. Все, мне все равно, я потею максимально. Братанчик, а ты в курсе, то, что обновление вышло не только в стендофе, но и на булдропчике? Добавили новую коллекцию кастиков, добавили хомяка. Также за каждую пополняшку ты получаешь халявную энергию, которая меня что-то топовые скины. Также может упасть мегалодона и опять же получать халявные скины. Братик, вот это бесплатный сундучок, это бесплатная энергия, а это бесплатный процентик. Все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Нет, у нас чел залагал. Брат, ну если хорошие новости, теперь будем играть 4 на 4 походу. Чекай, там него. Там чел у нас испарился. У нас минус чел. Вот, ребят, вот это она была. Походу, ему просто позвонили. Мама позвонила. А ты там купил цветы учительницы на 1 сентября или нет?
Кстати, мы 1 сентября играем. Просто понял, отмечаем начало учебы. Да. О, брат, хорошо. Имбулечка. Слушай, я как будто плохо играю, как будто надо мне немного... 4 на 4 играем, смотри. Теперь битва на равных. Найс. Все. Жестко. Ты понимаешь, я до сих пор не могу понять, где какой плент. Я говорю, я до сих пор не могу привыкнуть. Да как? Ну почему чел вылетает первой пулей в игре? Отомстил, брат. Может, отомстил, но мне надо опять тратить бабки. Идем тебя опять покупать. Это уже не смешно. Мои нервы на пределе. Опять 10 уровней. Чтобы вы понимали, мне теперь придется год стримить на ютубе бесплатно, чтобы отбить все мои вложения. Зашибись! Ребят, давайте, может, хотя бы для удачи один вепон кассик откроем. А вдруг Аркана? Ну, Аркана. Спасибо, хотя бы МП-70 трек выпал. Ладно, ребят, вперед, дальше играть. Ну что, давайте посмотрим, ребят, на что способен Абовин. А, меня никто не прикрывает в спину. Брат, а кто тебя будет прикрывать? Тут у нас в стендофе каждый сам за себя, а это не КСК тебе. Ты посмотри, как чел кинул флешку мощно, да? Чувак, спина! Я вот не понимаю, почему такие нубы все время из вас попадаются? Как он вообще играет? На каком он месте? Он даже не стреляет по противнику, он не стреляет! Ё-моё, что делать? Не... О, он перетяжку делает. А мне интересно, подожди, а на каких званиях мы сейчас играем, учитывая, что у них в прошлом сезоне было? Голда первая, подожди, один. О, то я служил первый, нормально! Абоин, брат, у нас есть проблема. Знаешь какая? Лампа или фера? Ты посмотри, как тиммейтеры. Тиммейты как будто он не понимает вообще, как они тут оказались. Ничего, ты посмотри! У нас чел залагал опять. Футболист залагал. Все, сейчас смотри, через 3 секунды его кикнет. Все! Блин, его сейчас тоже забанят на пару часов из-за его проделки. Брат, ну как будто... Слушай, как будто мне уже сливаться нельзя. Давай ходить вдвоем, мне реально страшно. Ну как, блин, 3 на 7 играем! Ну это прикол просто какой-то, я! Вот, ребят, если вы наберете много лайков, я знаете, что сделаю? Я пройду калибровку в дуэли и докажу всем, что я не ну. Опа, чела забрали. Хорошо, с кайфом. А, нифига тут так. Там чел! Там чел с ВП, мне уже страшно. Пацаны, а чё пачку не поставили на А? Чел с пачкой пробежал! Забавно, а, это ты! Это ты! Я не знал, что у меня пачка. С меда вообще за пару секунд может дойти до А-поинта, я в шоке. Такого раньше не было. Все, не помог, где чел? Блин, здесь он меня не заберет. Я хочу хотя бы один раунд затащить. Пожалуйста, прошу. Лишь бы я хотя бы один раунд выжил. Ты можешь, я каждый раунд сливаюсь. Да! Я ничего не покупаю. Фух, ребята. Я спас тебя сегодня. Брат, ну как будто надо, ну того, на первую позицию вытягиваться, не? Ребята! Вы думаете, что я на последнем месте, но поверьте мне, в конце этого видео я докажу всем то, что я машина. Брат, ты веришь в меня? Плюсик. Ну кто флешку меня кинул? Я сейчас стрелюсь раньше времени. Тут за дверью чел. Я его прострелю, надеюсь. Давай. А что, тут уже чел? Я говорю, они сапу... А, он опять меня забрал, опять, он вообще стрелял не по мне! Посмотри, тут, чтобы ты понимал, с А-поинта вот так выходишь, и ты уже чего всех забираешь? Меня опять слили, или ты уже привык? Идем тебе опять покупать 10 уровней долбанных, опять! Какой же я нуб, опять минус бабки! Мои родимые, мои чистокровные! Вы просто посмотрите, я уже дошел до 70 уровня! Посмотрите мой инвентарь, вот примерно так он выглядит. Кстати, вот как будто один скирпак можно открыть. И выбить рарку. Всегда именно ее хотел. Ребята, держимся, хэштег держимся. Обратно в катку. Чекай, как я зашел, гениально. Видал? Вот и все, помер дед Максим. Только я остался с ним. О! Ребята, я не знал, что ты такой. Ну, как будто сейчас пойдет легендарный камбэк, мне кажется. Как будто надо тащить, потому что я недоволен своей игрой, ты понимаешь? Ну как я, как мне вообще 3 килла? Ну как ему так плохо играть? Пошли за мной, я покажу тебе лайфхак жесткий, как забирать противников. Не, брат, надо, знаешь как, надо не лайфхак показать, надо, чтобы я забрал противников. Смотри, просто иди на А и направо поворачивай, и ты в мид выходишь и всех в спину забираешь. Ха-ха, давай попробуем. Я тебе говорю, это очень быстрые тайминги. А ну-ка. Все, выходи и забирай каждого. Вон, видишь, он вообще в шоке, он не понимает, что тут с меда. Брат, ты гений! Абон, я тебя люблю! Жень, походу план Б. О, у нас чел забанился. Ну все, играем 4 на 4. Ладно, этого на 30 минут забанили, это нормально еще. Да чел с пачки забрал, ура! Брат, ну как будто вот забираем этот раунд, да? О, нет, ну... Ну как? Там что?
Отомщу. Отомщу. Вот, вантапиком. Ну ты не мог раньше прибежать! Идемте опять тратить мои деньги! Опа! А вот сейчас будет самое крутое, потому что, по идее, я прям сейчас смогу открыть перчаточный кассик! Так, братва, все прожали по лайку, подписались на мой канал. Я хочу вот эти спектралы, они же самые крутые. Блин, реально имба. Кстати, посмотрите, как изменили осмотр перчаток в кассике. Обалдеть, как же это круто. Начнем, мужики. 3, 2, 1, погнали. Давай. Да, нет. Самые некрасивые выпали. Блин, я тупо неудачник. Давайте обратно в катку. Иди туда же, в ту же позицию, через апоинт на мид. Это вообще, они не читают такое. Я реально сам не читал это пару раундов, пока мы еще не забрали два раза подряд. Нас вообще трое, братва! Это фиаско. Сейчас еще одного, кстати, забанят, мне кажется. Давайте мид кидай через верх, выходи мид. Забирай каждого, не ссы. Ты, ну как? Ну он первой пулей мне в голову дает. Они научились читать наши тактики. Братва, я не знаю, это самое раздражительное видео. Я говорю, можете писать, что я нуб, перхает, пепа и так далее. Но я говорю, это не контрится. Это просто нереально. Против вас какие-то легенды попались. Или я просто какие-то тайминги ловлю жесткие. Идемте опять покупать. Так, братва, сейчас есть очень важная новость. Я знаю то, что я должен сейчас открывать 10 раз уровни, но есть проблема. Сайт стендофа не работает. Поэтому, ребятки, фиксируйте. Один бесплатный ПП дарю кому-то из вас. Поэтому прям сейчас пиши комментарий и ставь лайк. А мы идем обратно в катку. Понимаешь, вот чем больше мы играем, тем больше шанс у меня на разорение. А мне разорение? Ой-ой-ой, как не надо. Ну почему всегда так, Апоин? Вот объясни мне, ну почему? Не ссы, сейчас все будет нормик. Брат, давай так, давай ты бей первый. Я за тобой, Паша, я первым анал бежать. Потому что мне все время первые пули и ставят. Слушай, а кто на план Б пошел? Никто. Ой, это все выбегут. Ой, я слепой. Так, я еще жив. Я еще жив. Так, я прикрываю. 2 в 4, давай. Ты чекаешь? У меня затишье перед бурей. Понял. Я понял, это плент Б. О, Бовен, о, забрал малышечку. Сюда, родной. Сейчас мида идет к тебе, по-моему. А где это мид? А, оу, нормально. Здорово, брат. По инфе? По инфе, братик. И на пленту последний. Ой, и последний, как обычно, меня забирает. Но ядрить колотите заново, чел. Блин, если нищим стал. А что он меня за стенкой забирает за километровый? Ты гонишь. Идем у тебя опять покупать ваши любимые уровни. Ребята, всем привет. Плюс еще одна ппшечка моим любимым подписчикам. Прямо сейчас ставь лайк, пиши как можно больше комментариев и подписывайся на мой YouTube канал. Да, братанчик, прямо сейчас 11 ппшка. Ты можешь ее получить вот так вот бесплатненько. Брат, давай так, я пойду на плент Б, вы вдвоем на плент А. Давай, у нас чего потерялось, по-моему, на базе. Ты понимаешь, ну, настроек четверо. Это и так типа хард левел. Это Б. Это Б. Апоин, беги, это Б. Выехал на помощь. Понимаешь, может быть слишком поздно, пока ты прибежишь. Я слышу чела тут. Привет, сладенький. Нет, нет, тут чел ко мне прибежал. Нет. Живее, я уже выехал. Апоин, помоги. Тиммейты забрали. Давай, мы как в том фильме про 300 спартанцев. Аккуратненько. Давай, ты первый. В размен. Он тут. Сверху. Сверху? Давай, мужик. Раз, два, три, минус кабинет. Ты уверен, сверху? Ребята, я начинаю камбэчить. Ура! 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 Ну, брат, пошел легендарный камбэк. Я думал, я не разыграюсь. Ребят, просто первая половина видео была разминочная, поэтому вы там сильно на меня не обижаетесь. Апоин, ты понимаешь? Главное не победа, а что? Участие. Правильно. Ну, в нашем случае главная победа. Как попасть в него? Он бессмертен. А вот так на хэшечку закидываешь и ломаешь кабинет. Нормально, я захожу. Я зашел. А где они все? Все, и последний. Слушай, ну дай мне одного. Апоин! Найди, я тебя на оставил. Да, вот тут, все, я тебя оставил. Даже слился ради тебя. Реально, ради меня прям? Да. Может, он тебя просто забрал хнуба? Не-не-не. А где он? Он убегает уже. Вот он, давай. Последним патроном забрали малышечку. Домой! Ну что, брат, ну как будто можно забирать. А я... О, я в одно КТ вышел. Фух, ребята, миссия он комплит. А я в 2.5, да? Слышишь, ну не обязательно хвастаться. Тебе просто по таймингам повезло. Ты до этого играл час, разминался, первый раз в жизни зашел на эту карту. Я с авапой, я с авапой. А где они? О, все, нашел. Все, ну как будто изивин. Ребята, походу изивин. Брат, пачку хрень, иди к пачке, иди к пачке. Не бей, дай мне поинт. На, иди, я тебе отдаю. Ой, он в шкафу сидит, у шкафу нычка есть. Не переживай, смотри. 3, 2, 1. Ой, пролагал! Опять по
покупать! Я твой рот, наоборот, чувак! Купи себе интернет нормальный! Ай, блин, идемте покупать. Чао, какао. Ребят, всем привет, с вами Кента ПК. Это был самый нубский слив в истории сливов. И да, ребят, сайт по-прежнему не работает, поэтому я, получается, дарю еще третью ппшку. 3 пп на халяву можете получить, если поставите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите как можно больше комментариев. Ну а я, ребята, перемещаюсь обратно туда, в игру. Блин, ну это какой-то полный фиаско, не? Реально. Это легендарный клатч от Кинга. Слушай, ну если он, если сейчас, ребят, прямо сейчас этот чел делает минус 2, вот этот чел, то мы завершаем это видео. Но мне кажется, он не даст минус 2. Братва, ну пока мы добираемся до игры этого потного чела, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напоминаю, что можете получить бесплатный ПП. Напишите как можно больше комментариев. Смотрите видео и пишите комментарии с вашим ID. О, хорош! Ничего он дал! Ребят, походу выиграем! У него раскидки есть, куда он идет. Алло, раскидывай всех. Он фейканул, он фейканул. Видишь? А, нифига, тут так быстро обойти. Да, я тоже в шоке так быстро. Эта карта как будто намного меньше стала, чем была. Да, ее уменьшили. Теперь с савапой тут играть буду вообще бессмысленно. Только на миду можно с савапой. Мужик, он знает суть игры? Только не говори, что он сейчас раздефает. Ну не говори. Да ну не говори. Он отпустил зачем-то. Блин. Ладно, ребят, все, пошутили, хватит. Абовин, ты готов выносить кабинеты? Скажи мне только. Тащим, тащим. Ты готов взять жесткий маслин? Ты готов уничтожать, ребята? Готов, готов, тащим. Погнали, брат. За Абовиной двор, ломаю в упор. Поехали. Это основа. Одного брата забрал. Ай, меня в спину забрали. Где, где, справа был? Там же, там же, там же, да. Слева, слева тут. Смотри, 3, 2, 1, за Абовина. Но еще одного, давай. Тише, смотри, 3, 2, 1, давай. Да, 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 да. Так это не твоя хаешки. Нет, моей? Нет. Блин, неловко вышло. Ребята, мы это сделали. Я продал пол почки, но мы сняли это видео. Поэтому, ребята, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Кто очень халявный ПП? Подписывайтесь на мой канал и на мой телеграм. Потому что в телеграме я разыграю вам еще одно халявное ПП. Плюс уровни, ссылочки в описании.